Добрый день, друзья! Приветствую вас на канале «Коллекция монет». Так, следующее письмо. Письмо большое, но монеток там должно быть не очень много. А именно, жду я в этом письме две монеты. Сейчас распечатаю, покажу. Вот, монеты, как всегда, должны быть достаточно интересные. Продолжаю я собирать юбилейку разных стран. Ну и потихоньку отдельные страны добираю, там, где у меня не хватает. Некоторые страны есть по одной, по две, по три монеты. Ну и вот здесь в данном случае две монетки. А именно страна Албания в данном случае. Не хватало вот до этих двух монет у меня, из того, что мне интересно, четырех монет. Там есть у них достаточно дорогие, редкие юбилейные монеты. Но я для себя запланировал то, что мне интересно, то, что нужно. И вот потихоньку эти пробелы устраняю. Так. Все, добрался до всего. Стану. Так, все достал. Лишнее убираем. И показываю, что за монеты. Так, ну с маленькой начнем. Это монета. Так, как ее? Вверх ногами. 50 леков, небольшого диаметра монета, 2004 год, объекты культурного наследия в Албании. Такая монетка небольшая. Ну и 87-88 год были выпущены монеты юбилейные номиналом 5 леков. Вот эта монета 88 года. Называется 42 года албанской железной дороги. Крупная монета. 38 с лишним миллиметров. Тяжелая. Тоже около 30 граммов монета. Поезд. Почему 42 года? У нас вроде дата не круглая. Не юбилей. Но с чем связан выпуск этой монеты, сказать достаточно тяжело. Информации не очень много. Почему именно эта дата оказалась для Албании такая важная? Вот не хватает мне как раз 87 года и, по-моему, монеты 2001 еще года, или да, 2001 юбилейный. И по Албании более-менее у меня все будет закрыто. Вот такие вот монетки. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока, удачи, до новых встреч. Пока.